Жители села Луговое жаловались на дорогу не один год. Трещины и ямы увеличивались после каждой зимы. В этом году проблему решат. Участок дороги Ульяновск-Луговое-Кувшиновка начали капитально ремонтировать. За работой следят и сами жители. Жители очень активно участвуют, но на данный момент это контроль. То есть ничего не остается без контроля. Если что-то не нравится жителям, сразу же поднимают вопрос. Выходим на управление дорожного хозяйства и просим, чтобы нам разъяснили, пояснили, чтобы жители зря не паниковали. Подрядная организация уже приступила к фрезерованию. Далее укладка слоев асфальтобетона. В планах также установка освещения, дорожных знаков, остановок и заездных карманов. Работа кипит и на других участках города. На внутриквартальном проезде от проспекта 50-летия ВЛКСМ до Пушкаревского кольца приводят в порядок проезжую часть, тротуары, меняют бортовой камень. На улице Верхней Полевой, кроме ремонта самой дороги, заменяют и трамвайные пути. Всего в Ульяновской области отремонтируют 52 участка протяженностью 117 километров. Помимо ремонта дорог, мы еще проводим мероприятия по безопасности дорожного движения. 30 участков автомобильных дорог, 30 улиц внутри населенных пунктов. Общей протяженностью 45 километров будет установлено новое освещение, уличное освещение, которого раньше никогда не было. Продолжаются работы и по строительству второго пускового комплекса на Президентском мосту. Идут подготовительные работы по формированию трассы и вынос всех коммуникаций. Ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.